Один вариант вот так готовиться к зиме, то есть купить себе достаточно дорогую машину и затем уже ставить на нее хорошую резину. Предлагаем вам другой вариант вместе с Автоградом, что на Правде 59. Купить себе недорогой автомобиль, а вот что будет в подарок, вот для этого мы и зайдем вовнутрь. Мы специально взяли некоторую паузу в знойном периоде ознакомления вас с новинками отечественного автопрома. Совершенно не случайно. Дело в том, что можно с гордостью утверждать, что в нашем отечестве производится немало в действительности хороших автомобилей. Ну а в Автограде, что на Правде 59, представлены пользующиеся заслуженной популярностью малолитражки. Кстати, по сути событий, малолитражка века 21-го – это не едущий ВАЗ, ГАЗ и Азукич. Сегодня машинки и раскручиваются, и гоняют хорошо, при этом не вгоняя вас в долги транспортным налогом. Тут вообще нужна большая степень комфорта, а за лишние лошадки пусть башляют губеры. Хотя платят-то они из наших денег. На Правде 59 представлены самые доступные по цене наши марки, которые-то, по сути, иномарки. Хорошие, дивные машинки стоят за вашей спиной. Естественно, Автоград в преддверии зимы 2012-2013 не мог обойтись без подарков. Что за подарки? Да, компания Автоград в предновогодние месяца решила наградить наших покупателей подарками. То есть при покупке различного рода автомобилей тагазовского производства Автоград дарит подарки. То есть при покупке автомобиля Тагаз C10 мы дарим комплект зимних шин, мы дарим подогрев передних сидений и омывающую жидкость. При покупке автомобиля Vortex Tingo с механической коробкой передач мы дарим нашим покупателям комплект дополнительного оборудования на сумму 10 тысяч. В комплект дополнительного оборудования входит защита двигателя, коврики салон-багажника и подкрылки. На автомобиль Vortex Tingo с роботизированной коробкой передач мы дарим комплект шипованной резины. Также в ассортимент наших машин входит еще автомобиль GIT F3, при покупке которого дается скидка 3000 на покупку зимней резины. На автомобиль «За шанс» также действует у нас акция. При покупке любого автомобиля «За шанс» с автоматической и с механической коробкой передач, также комплект зимней резины в подарок. Давайте все-таки ценники назовем. Я обратил внимание, что колесики не маленькие, как минимум 15-е диски. То есть резина денег-то стоит, получается? Согласен, резина стоит денег. На комплект автомобиль BTF3 комплект 15-го радиуса резины примерно стоит 1013. Не самая дешевая, опять же, резина, но и не самый дорогой. Вот. Поэтому мы предлагаем альтернативный вариант цены и качества резины. И почему бы и нет? Купить машину достойную с достойным подарком. Кстати, может, немного порадую, но если отмотать 30 лет назад, то по нынешним деньгам отечественная машинка стоила бы 750 тысяч рубликов. Сегодня она достойная, в половину дешевле. Ну а то, что продается на Правде 59, немногим от Приоры и Калины по цене-то и ускакало. Вверх. Но это совсем другая тема. Пусть 75% россиян не бредят шикарными иномарками. Но поверьте специалисту, не так они сногсшибательны, чтобы укатывать в 5 лет трехкомнатную квартиру. Да не жить нам богато, ну и что? В Турции вон для всех, кто покупает новый автомобиль, введен налог на роскошь 85% от стоимости авто. Так что нам жить-то как-то полегче. Да, и там, естественно, никто не дарит ни подарки, ни резину, а Автоград дарит. Так что жить достойно все-таки можно, как и перемещаться на достойных машинах. Пожалуй, самый интересный Таганрогский автомобильный завод, который за последние 15 лет изготовил огромное количество автомобилей. Были различные типы машин. Ну и вот сегодня и сейчас БИТ, F3, C10, Vortex Tingo. Единственный и огромный плюс был бы, если бы здесь еще в Автограде на Правде 59 продавался вот такой же автомобиль, только с шильдиком БИТ F3 DM. Это первый хорошо распространенный китайский электромобиль. Ну что же, а пока только подарки.